Художники из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, украсившие огромными рисунками три дома в Кировске, сделали городу еще один подарок. Детская площадка у набережной озера Верхнее заиграла новыми красками. Очень прекрасно, что для детей сделали такую площадку. Детям будет очень интересно и весело на ней играть. А герои помогут детям познакомиться. Вон, смотрите, сова какая прекрасная. И с творчеством также. На площадке стало играть ярче, веселее из-за того, что тут появились рисунки такие красивые. Больше всего нравятся хаски собачьи.